Привет всем, ребята, с вами, как всегда, я, дядя Лукас, и на этот раз у нас довольно интересный такой новостной ролик про Fortnite Королевскую битву. Ну а перед началом ролика, я покажу вам одного из победителей с предыдущих розыгрышей, и это вот этот вот парень. Он выиграл 1000 V-баксов, и ты тоже можешь получить эту самую 1000 V-баксов. А все, что нужно вам сделать для этого, это подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и в комментарии написать свою социальную сеть для связи. И в следующем ролике мы узнаем, выиграл ли ты эту 1000 V-баксов. Ну а перед началом ролика я бы хотел вам посоветовать замечательную группу ВКонтакте Fortnite Analytics. В данной группе вы можете узнать все о Fortnite, о скинах, локациях и остальных аксессуарах, а также просто довольно интересные посты почекать, которые еще и оформлены красиво. Ссылочка на данную группу будет в описании, поэтому подписывайтесь и следите за годным контентом. Дядя Лукас рекомендует. Итак, игровая новостная лента Fortnite была обновлена, чтобы анонсировать новый предмет, который появится в Fortnite Королевской битве, Scoped Revolver. Ну, а именно на русском, скорее всего, это будет называться револьвер с прицелом. Но это не тот револьвер, о котором вы все думаете, шестизарядники, нет. Это револьвер Magnum, который намного мощнее, по идее в реалии у которого намного больше калибр, и это действительно пушка-убийца. А тут еще в Fortnite он будет с прицелом. Я даже не могу представить себе, насколько это будет имбовая пушка поначалу. Это будет как скорострельная миниатюрная версия барельки. Увидим же мы данный пистолет уже, скорее всего, в самом ближайшем обновлении, которое ожидает нас во вторник или в среду, и имеет название обновления версия 7.20. Ну а теперь немножко о самом пистолете. Описание нового оружия гласит то, что будет довольно мощный пистолет с идеальной точностью на расстоянии. Ну, это действительно понятно, так как Magnum, он действительно мощный пистолет, а тут еще и со снайперским прицелом. Это просто нечто. Ранее же это оружие не было никак слито, о нем не было никакой информации, оно не замечалось ни в каких утечках. Но на прошлой неделе эпики выпустили снайперскую винтовку с глушителем и вернули двойные пистолеты, в результате чего и подогнали обратно шестизарядник. Будет интересно посмотреть, как будет выглядеть данный револьвер в новом обновлении и уберут ли они его так же быстро, как некоторые другие имбовые пушки. Я буду стараться держать вас в курсе любой новой информации, которая появится на стримах или в роликах. Ну и на этом, пожалуй, все. Я просто хочу донести до вас информацию о том, то что выходит вот такой вот крутой новый пистолет, револьвер с охеренно крутым зумом. Ну и на этом, пожалуй, все, ребятки. Всем спасибо огромное за просмотр. С вами был дядюшка Лукас. Всем до скорых встреч в новых видео и адьос, амигос. Yeah.